Мелатонин – приятная ритм-игра о том, как далеко могут завести нас сновидения. С тобой Сади Гасанлы, это обзор очередной игры. Подпишись на мой канал, у меня большой дрын между ног. Мелатонин – это гормон, получивший название гормон сна. Он вырабатывается преимущественно в ночное время суток и способствует лучшему засыпанию. Игра не просто так зовется именем этого гормона. Все ее действия разворачиваются на протяжении нескольких ночей, а игрок путешествует по снам главного героя. Отправившись в объятия Морфея, протагонист видит сновидение на разные темы: шопинг, отношения, мечты, фантастика, будущее, прошлое и так далее. В каждом из них он выполняет какие-то действия. Например, сон про свидание – это экран смартфона, на котором парень свайпает предложение в поисках романтического интереса. А во сне в технологиях он играет в видеоигру, отражая вторжение пришельцев. Это все, что может предложить мелатонин в плане сюжета. Набор тематических уровней и короткие ролики между ними, связывающие ночи. Содержание грез раскрывает характер и интересы протагониста, но не стоит рассчитывать на глубокую историю. Впрочем, вряд ли кто-то идет в ритм игры за интересным сценарием. Куда важнее здесь геймплейная составляющая, с которой у проекта все в порядке. Каждый уровень сон представляет собой испытание, где нужно нажимать кнопки в такт музыки, чтобы персонаж выполнял действия, хватал пиццу, стрелял во врагов или прыгал по иконкам социальных сетей. Мелодии разные, но с одинаковой четырехтактной основой, в которой укладываются все действия. Это могут быть нажатия и удержание клавиш, что сопровождаются определенными событиями на экране. Зажали кнопку, ракета накопила заряд, отпустили, взлетела в космос, и все в таком же стиле. Звучит просто, да и играется тоже. Вы можете полностью отключить подсказки и руководствоваться лишь своим музыкальным слухом, чувством ритма и действиями персонажа, или даже добавить на дисплей визуальную подсказку, которая укажет вам, когда именно нажимать ту или иную клавишу. Все зависит от того, насколько серьезный вызов вы хотите себе бросить. Игра довольно придирчива к геймеру по части таймингов. Нажмите клавишу долей секунды раньше или позже, чем нужно, и вас постигнет неудача. Поэтому набрать заветные 3 звезды для лучшего результата в испытании непросто. Особенно если говорить о повышенной сложности, которая открывается после прохождения уровня на сложности обычно. А если захочется поиграть в своем собственном темпе, можно воспользоваться редактором миссий. Мелатонин оставляет приятное послевкусие. Игра предъявляет завышенных требований к скорости реакции, но не обещает легкую прогулку. Сложность испытаний отлично сбалансирована так, чтобы геймер не терял интерес к игровому процессу. Мелодии цепляют, а визуальный дизайн развлекает и удивляет быстро незначительными деталями. Простой удобный интерфейс позволяет быстро прыгнуть в испытание, поэтому проект можно использовать для короткого перерыва во время работы или учебы, чтобы немного отвлечься и освежить голову. С вами был Сади Гасанлы, подписывайтесь на мой канал.